Мармелад может с успехом заменить джем или повидло в любой домашней выпечке. Он хорош уже тем, что никогда не вытечет в духовке. Давайте сегодня приготовим булочки с мармеладом. Приготовить такие булочки не составит особого труда, мармелад подойдет любой, с сахаром или без него, как у меня. Дрожжи можно взять сухие, их потребуется 7-8 грамм. Булочки получаются пышными, нежными и вкусными, именно то, что нужно к чаю, кофе, молоку или компоту. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте ингредиенты для приготовления булочек с мармеладом. Сделайте тесто, для этого дрожжи выложите в миску. Влейте теплое молоко, добавьте сахар, ванильный сахар и соль. Разбейте в миску яйцо. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Добавьте растопленное сливочное масло, которое нужно немного охладить. Всыпьте просеянную муку. Замесите мягкое, эластичное тесто, оно будет немного липнуть к рукам, это нормально. Поставьте миску с тестом в теплое место, накрыв полотенцем или пищевой пленкой, через час-полтора тесто подойдет. После теста достаньте из миски, обомните и разделите на шарики весом 50-60 грамм. Каждый шарик раскатайте в лепешку, на середину которой выложите мармелад. Края лепешки поднимите вверх, формируя мешочек, после залепите, получилась булочка. Булочки выложите в форму для выпекания, дайте растаяться 25-30 минут, за это время булочки поднимутся. Смажьте булочки яйцом, можно посыпать маком или кунжутом. Выпекайте булочки с мармеладом 40-45 минут в духовке, заранее разогретой до 175-180 градусов. Готовые булочки достаньте из духовки, охладите и подавайте к чаю. Подписывайтесь и ставьте лайки. А теперь ингредиенты. Мармелад 250 грамм, молоко 200 миллилитров, дрожжи свежие 20 грамм, сахар 5 столовых ложек, соль 0,5 чайных ложки, масло сливочное, 60 грамм, ванильный сахар, 10 грамм, яйцо куриное, 1 штука, мука пшеничная, 450 грамм, количество порций, 6-7. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.